сожалению, сегодня это не в эфире. Почему это сегодня не может быть в эфире? Потому что у меня воскресенье, в субботу нету эфира в природе своей. А сегодня первое число. День детей, естественно. День детей, и мы вам готовы предоставить уникальную программу под названием «Цирковая полундра». Для этого вам, в принципе, нужно куда прийти? За моей спиной Магнитогорский цирк. Вы сюда приходите, покупаете билеты и получаете незабываемое удовольствие от того, что все специалисты и даже животные, они четко работают. У них у каждого есть свой смысл. И не надо думать, что животные бессмысленные. Поверьте мне, они далеко не бессмысленные. Так же, как и все остальные цирковые актеры. Это все делается для вас. Причем делается на очень высоком уровне. Качественный солнечный день 1 июня 2024 года. И честно, это праздник, День детей. Везде и всюду концерты и представления. А чем встречает наш цирк? И даже на улице он встречает музыкой, исполняемой нашими человечками. Это наше будущее, оно работает, да еще как! Мы не все это видим, а зря. Спорт хорошо, но и культура, и программирование на мировом уровне. В данном случае вот здесь уже праздник был на улице, и этот праздник плавно перетекает в цирк. К слову, о части удовольствия. Даже сахарная вата была абсолютно бесплатна. А что было внутри, на сцене? Внутри на сцене была феерия удовольствия, которое все было для детей. Не так часто я это видел. Такое ощущение, что театр вернулся. Но в театре не будет части другой жизни. Часть другой жизни, а это цирк. Конечно, все это было безупречно. Трюки и работа с детьми, приколы и работа с детьми, собаки и работа с детьми. И самое главное, я чувствовал привязанность детей к этому цирку. Цирковая полундра в Магнитогорске показала, как цирк стал театром, в котором лучшее от детей. Конечно, интернет дает вам возможность подивиться умом кошек. Они даже петь умеют, как и собаки. Но то, что происходит в полундре, а это история бегства внучки от дедушки. Она показывает перемещение пиратов и преследователей по океану удовольствия. При этом уровень мастерства был великолепен. Пусть это не топ, а кошачьи топом даже не являются, выше только травоядные, но чудо из чудес нравилось всем. Всем также нравились наши человекообразные обезьянки. И то, что они делают, удивляет всех. Затем уже появился леопард Джой. К слову, это сочетание любви и жизни. Он любит цирк всей своей кошачьей душой. Это поражало всех, от дедушек и бабушек до самых мелких перцев. А затем были и крокодилы, крокодильша Геннадьевна. В принципе, эти крокодилы живут больше человеков на 35-25 годков. Она чудо молодая. И это явное отношение к истории динозавров показывает то, что когда человека в природе не существовало, ум был и есть. Тут необходимо понять сущность земли обетованной. Ум есть у всех. Они переживают, но по-своему. По сути, это сочетание дрессуры с мыслями и лошадей, и медведей. Конечно, все это невозможно без любви. Любовь и качественная дрессура. А вы бы смогли, так как мехачи, пройтись по канату или держать равновесие? Нет. И вы можете понять всю свою любовь к вам. Она даже не стоит тех денег. Она просто есть в Магнитогорске. И, в общем-то, все это очень безумно интересно. Я бы вам рекомендовал приехать сюда и посмотреть. Потому что, как вам сказать, процедура ощущения – это здорово. Даже невзирая на то, что у нас лето. Не все же выезжают в лагеря. А те, кто не выезжает в лагеря, у нас есть очень неплохое место, в котором вы можете все это дело посмотреть. Что это за место? Место находится за моей спиной. Место – это цирк. И вы можете посмотреть ту самую качественную программу. А будет еще много-много интересных вещей. Мы вам все покажем.